Hare Rama.
Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada
Шрила Прабхупада ки джай. Ананта кути вайшнавринда ки джай. Грантарад Шримад Бхагаватам ки джай. Нитай Гаура Премананде. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 7. Знание получено, прохлады в лоне матери, текст 23. Санскрит. Дьягасту сарва сангхато джагаттастур ити двитха. Атрайва мригья пуршо. Нити, нититя, татья, джан. Деха, тело, ту, но, сарвасангхата, объединение всех, 24 элементов, джагат, на вид движущийся, тасту, стоящий на одном месте. Ити, так, двитха, двух видов, атра эва, здесь ведь, мригья, искомая, пуруша, живое существо, душа, на, не, ити, так, на, не, ити, так, ити, таким образом. Атат – то, что является духом. Тяджан – отвергающий. Каждая обусловленная душа получает материальное тело двух видов. Грубое тело, состоящее из 5 грубых элементов, и тонкое, состоящее из 3 тонких элементов. Душа находится внутри этих тел. Чтобы обнаружить душу, нужно исследовать все, что ее окружает, говоря, это не душа, это не душа. Так человеку надлежит учиться различать материю и дух. Да, тут попытаемся разобраться, что это означает, это не душа, сказать так, таким образом. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже говорилось, сварнам ятта гравасу хемакара кшетрешу йогатат абхигья апнуят. Опытный геолог хорошо знает, как обнаружить залежи золота и как это золото добыть. Исследуя добываемые породы с помощью азотной кислоты, он безошибочно отличит золото от других металлов. Подобно этому, чтобы обнаружить заключенную в теле душу, нужно прежде всего исследовать тело. Изучая свое тело, человек должен спрашивать себя, являются ли душой его голова, пальцы, рука и прочее. Действуя таким образом, он должен один за другим отвергнуть все материальные элементы и их сочетания, из которых состоит тело. В этом случае, если человек достаточно разумен и следует наставлениям Ачарьи, он сможет понять, что его «я» — духовное существо, душа, живущая в теле. Часть комментария. Здесь дается пример опытный, экспериментальным образом.
можно при помощи химических препаратов отличить какие-то вещи, очистить их, отделить. Материя — это нечто смешанное. Мы знаем это все, какие-то молекулаты, мы какие-то смешанные частицы в разных комбинациях. Есть химия, которая изучает их свойства и может их разлагать на составные части и соединять по-разному, добывая какие-то новые элементы, новые качества материала. Были открыты таким образом различные вещи, как дюралюминий, сплав, и, может быть, какую-то нержавеющую сталь можно сделать, которая не поддается коррозии в особых условиях. Здесь говорится о том, что можно золото отделить от шлака. При помощи азотной кислоты это делается. И также это умозрительный экспериментальный пример, который доступен нашему современному человеку, имеющему современное образование. Но физический подход несколько иной. Потому что тело — это также пратьякша. Вот в чем дело. Вот в чем как бы вся сложность. Умозрительно все очень понятно, но как быть с болью? Пратьякша, я если непосредственно чувствую боль через тело, я не могу отделить боль от себя. Этот момент другого рода. И именно присутствие души здесь проблема. Присутствие души, когда душа входит в тело, отождествляет себя с телом, именно таким образом происходит пратьякша. И теперь при помощи отвращения к материальному существованию можно отделить эту пратьякшу. Где-то это я читал, Прабхупада. Отвращение к чувственным наслаждениям испытать. То, что как раз наиболее приятная вещь. То, к чему стремятся чувства, и душа пытается наслаждаться через органы чувств. К этому принципу нужно испытать отвращение. Как говорил Бхагаватам Сарасвати, комфорт отвратителен. Порождает лень, ослабевает разум, ум становится порочным, требует большего наслаждения, становится извращенным и, в конце концов, больным. Больной ум – это тот, который реагирует на боль острее, чем здоровый. Больной человек, ему все плохо. Даже хорошие вещи слышать долго не может. Из-за болезни все окажется причиной страданий. Но здоровый человек достаточно имеет как бы иммунную систему и переносить трудности, которые описаны в Бхагавадгите, равно относиться к друзьям, к врагам, к счастью, к несчастью, к потерям, приобретениям, равно смотреть на всех живых существ. Но это сила. Это внутренняя сила, это есть душа. Да. То есть, оказывается, можно терпеть боль и наслаждение. Но нужно выздороветь для этого. Больной человек, подобно раненому, он в страхе, что будет испытывать боль, неприятности. Он пытается из сил жизнь построить так, чтобы было меньше неприятностей. Но, к несчастью, этот метод, этот путь, это направление мысли приводит к большим страданиям. Как раз наоборот. Потому что именно комфорт человек выбирает для того, чтобы уменьшить страдания. И именно комфорт является причиной его болезни. Излишний комфорт. Мы не говорим, что нужно истязать свое тело в каких-то суровых условиях, содержать его. Говорится, что две цели у человека – здоровье и поиск абсолютной истины. Здоровье необходимо. И с позиции здоровья мы должны знать, как регулировать свою жизнь. «Я не голова» означает, что в голове есть беспокойство. «Я не эти беспокойства». Я не рука, не нога, тоже всякое может случиться, но я не рука, не нога. Тело – инструмент, которым мы дорожим, важный инструмент. И голова важна, и рука важна, все как инструмент для самоосознания. При помощи этого человеческого тела мы сможем понять, что я не это тело. Именно для этого дается эта регуляция, эта аскеза, это вопрошание, эти размышления, этот анализ. Именно человек должен учиться размышлять, анализировать. Мыслящий лучше немыслящего, говорится в ведах. Но и всех мыслящих лучше те, кто изучают веды. Они просто что-то выдумывают. Есть много людей, мыслящих спорщиков. Бесполезно. Прабхупада говорит, избегайте таких людей, кто просто пришли просто поспорить с вами. Нет, мыслящие люди должны быть. Мыслящие, если услышат аргументы необходимые, примет их.
Спорщик никогда не примет. Если даже аргументы правильные, если даже он проиграл в этом споре, логически он не принимает, но все равно продолжает спорить, настаивать на своем. Это тупое ослиное упрямство, говорится, спорщики. То есть мыслящий человек должен прийти к выводу, что есть уже знание, существует. Мне не нужны годы жизни или многие жизни для того, чтобы здесь искать, установить истину при помощи размышлений. Это затянется на долгие жизни, бессмысленные, бесконечные. Знание уже есть, веда уже есть, и оно выше моего мышления. Его нужно научиться принимать. Лучшие те, кто изучает веды. Веда – это знание, данное именно человеку, не кому-то еще. Это для человека, исключительно для человека, для его как бы вот роли, особой роли. Познавать себя и абсолютную истину. Для этого существуют веды. И из тех, кто изучает веды, потому что есть веда-вадарата, люди, которые изучают веды для того, чтобы быть просто ученым человеком, оказывать влияние на общество своей ученостью, престижем, быть учителем. Но, может быть, их не очень даже интересует смысл вед. Я встречал таких людей, которые санскрит изучают, ведические произведения, философию, но не следуют ничему. Это их просто ученые степени, как бы способ жить, наслаждаться тоже жизнью при помощи учености. Поэтому из тех, кто изучает веды, самые лучшие те, кто постиг их смысл. Кришна Бхагавадгита говорит об этом, что это важнее, чем изучать веды. Постичь смысл веды – это все равно, что обрести океан. Океан знания. И вы уже не стремитесь к каким-то маленьким водоемам, к каким-то локальным знаниям, опытным. У каждого есть свой опыт, свои точки зрения. Вы уже к этому не стремитесь, потому что в океане есть все. Если вы знаете вывод и вед, все, практически все знаете должным образом. И из тех, кто знает вывод и вед, еще самый лучший, кто служит Кришне. Вывод и вед таков, что я слуга Бога. Значит, великие произведения, бесконечные писания, лишь для этой важной установки, которую очень трудно обрести человеку самому. Я слуга Бога, трудно с этим согласиться. Чрезвычайно сложно, аханкара не принимает это. Значит, подразумевается, что будет трансформироваться аханкара в результате изучения, в результате отвращения, то есть включает в себя изучение отвращения к чувственным наслаждениям, постепенно вернется вкус. Вкус, истинный вкус жизни. Этот истинный вкус жизни означает, что я слуга Бога. Вот этот истинный вкус жизни, который сначала кажется неприятным, извращенным кажется. Я не слуга. Я не соглашаюсь, потому что я понимаю это как эксплуатацию. Я не знаю, что такое любовь к Богу. Богу я завидую, потому что Он выше всех, а меня создал маленьким, неравным. Он меня обделил сам. И теперь меня же наказывают при помощи законов природы. Я вижу много несоответствий, несправедливости. Я не могу быть слугой. Я хочу слиться с Богом и стать Богом. Это больное сознание, болезненное. Это болезненный опыт существования материального. Человек не знает, что такое любовь. Когда он испытывает любовь, он хочет быть маленьким. Он хочет быть слугой. То есть быть маленьким – это наше желание на самом деле. Когда мы только видим Кришну, мы сразу хотим быть маленькими слугами. Это естественно происходит. Причина этому – любовь, а не потому, что Кришна нас эксплуатирует. В этом мире, поскольку человек хочет сам занять место Бога, как это сделать? При помощи эксплуатации это возможно здесь. Потому что никто на меня не смотрит, как на великого человека. Я должен это доказать силой, богатством, влиянием, организованной политикой. Так устроить все, чтобы люди увидели мое могущество. Этим занимаются демоничные люди. В этом мире все беспокоятся по этой причине, что люди стремятся на место Бога, не имеют вкуса к служению, потому лучшие из людей, которые изучили веды, и что демоны тоже изучили веды. Равана прекрасно знал веды, Джарасандха знал веды. Великие демоны все знают веды, а как? Другого пути нет знаний. Материальная наука зашла уже в тупик, все равно сейчас к ведам будут обращаться. И уже обращаются. Неизменно они изучат звук, мантры, опять они начнут медитировать, ситхи и изучать. Они пойдут тем же самым путем, что веды дают. Другого пути не существует. Но из тех, кто изучил веды, все же лучше те, кто познал смысл вед. Я слуга Бога. Обрел это счастье, особое счастье.
И из тех, кто уже служит Богу, самый лучший, говорится, это чистые преданные. То есть иерархия описывается в шастрах. Вот человеческое тело, вот оно рождение. Начинается с того, что мы должны учиться мыслить, размышлять о жизни. Неизменно будем спрашивать, а почему так, почему так? Столько вопросов, столько вопросов. Когда я начинаю мыслить, у меня поток вопросов, хочу ответы. Да, хорошо. Есть ответы? Есть ответы на все вопросы. Только не все понятно. Ответы есть, но не все ответы понятны. Нужны какие-то разъяснения, комментарии, я иду дальше. Я начинаю общаться. И так этот процесс начинается, но по сути он заканчивается просто любовью к Богу. Можно сразу принять последний процесс, говорится, в Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам для этого написан. Можете миновать все эти сложности, ступень за ступенью, жизнь за жизнью. Можете сразу обратиться к преданному, который обладает этой любовью. Или в процессе находится уже, он трансформируется. Присоединиться к этому процессу можно сразу же. Это вопрос только желания. Например, если я желаю стать ученым-математиком, недостаточно желания. У меня нет способности. К математике я очень не способен. И сейчас я плохо считаю. Если я поставлю такую цель, я буду страдать сильно. Нет, мне лучше не быть математиком. Все же мне лучше быть художником. Это у меня лучше получается. И вкус тут есть, и способности. Зачем я буду ломать свою природу? Я не могу так поступать. Противоестественно. Но если я хочу стать преданным, препятствий нет. Может быть математиком, может быть художником, может быть молодым, может быть старым, может быть любой национальности. Здесь уже в расчет это не принимается, потому что я не это тело. Я не являюсь ни материальным, ни тонким телом. Не это то, что я имею физическое, не то, что я думаю о нем, тоже не я. Это тело, у него есть своя причина существования, карма и предназначение, две вещи. Либо человек должен свою карму исчерпать и жить в этом мире, пока карма не исчерпана, либо иметь предназначение. Либо то и другое, как правило, вместе. Есть карма и предназначение одновременно. Если нет уже кармы и нет предназначения, это тело жить не будет в этом мире. Нет причин. Привязанность к телу и к этому миру не является причиной существования этого тела. В расчет не принимается. Привязанность и мое желание жить вечно в этом теле в расчет не принимается. Есть высшие причины, и мы знаем, они действуют, хочу я, не хочу, согласен, не согласен, я буду жить именно таким образом, стариться и умирать. Поэтому пока есть материальные причины. У нас есть материальные причины существования. Мы рождены, потому что мы обрели какую-то карму. Родились людьми, век кали. Можно сказать, что это удача, можно сказать, что это также не очень благоприятно, век кали, рождаться. Но у нас также есть с вами миссия, есть причина, предназначение духовное. Мы используем сейчас свое человеческое тело, свою карму, проявленную карму и непроявленную, которая еще проявится. Мы хотим все то, что с нами будет, использовать в служении Кришне. Те деньги, которые придут к нам по жизни, по закону кармы, те люди, которые встретятся с нами по закону кармы в будущем, они будут приходить. Мы хотим все это использовать в сознании Кришны. Если мы забудем об этом моменте через 15-20 лет, и захотим что-то использовать для себя, можно совершить серьезную ошибку. Это называется обусловленность, снова обусловленное существование. Как говорится, даже Браман может обусловиться. Брамана, значит, различающий материю и дух, которая здесь описана. Прабхупада приводит пример. В Индии многие браманы служат божествам. Шалграма Шилам. Это предписано очень благоприятно. Служение дома Шалграма Шилам. Это очищает все. И ум, и дом, и всю семью. Это очень, очень благоприятно, если браманы поклоняются алтарю. Иногда они предлагают орехи. Берет орех и думает, так, чем же его разбить? Предложить нужно шалграмашили. И берет саму шалграмашилу. И он забывает об этом. Он вдруг видит, что это камень. Вот такие ловушки майя бывают. Уже в процессе служения как мы можем снова стать обусловленным. Здесь говорится, каждая обусловленная душа получает материальное тело двух видов. Все. Вот начинается обусловленность тонкого тела. Я забываю.
Вот оно, тонкое тело. Грубое тело тоже имеет свою память, свои рефлексы, но тоже склонно к забвению. Все постепенно склонно к забвению в мире тамаса. Мы живем в мире тамаса, не удивляйтесь этому. Все, что мы знаем, можно забыть. Весь экстаз может кончиться, говорите. Если не поддерживать свою память, не работать, не прилагать усилий, садана. Мы с вами так рождены, что садана нужна на протяжении всей жизни. Многие преданные мечтают Рагануга Бхакти достичь. Хорошо. Не бросайте садану, иначе Рагануга закончится. И мы снова вернемся к своим врожденным привычкам. Врожденным привычкам. Рождение наше не очень благоприятное. Всю жизнь совершайте усилия, насколько это возможно, чтобы помнить Кришну. Поэтому иногда ум думает как-то искусственно. Вот Кришна, он там танцует с гопи, все естественно, но у меня все искусственно, все на правилах, предписаниях. Как-то странно, может быть, я должен русской практикой заняться какой-то. Это обусловленность. Я снова возвращаюсь на круги свои, аж вспоминаю, что я русский человек. Может, мне христианство ближе. А кто-то в регионах восточных говорит, а я вроде мусульманин, мне ближе это. И регулирующие принципы для меня трудны, менталитет трудный, как-то все, знаете. Тонкое тело возвращается, видите, к старым, к врожденным вещам. Обволакивает душу, но душа не тонкое тело. Душа не грубое тело. Душа – это та, которая испытывает отвращение к чувственным наслаждениям. Иногда преданные вообще ничем не хотят наслаждаться, даже киртана. Стесняются, говорят, это тоже может быть чувственное наслаждение. Я слышал, что киртан тоже может быть стать чувственным наслаждением. Поэтому они контролируют чувства на киртане. А когда выходят в город, там что-то не контролируют. Давайте наоборот. Там, где в городе, чувства будем контролировать. А на киртане не нужно чувства контролировать. Тут нужно петь, танцевать, смеяться, эмоции, все. Свобода. По мере развития киртана мы будем больше и больше освобождаться. Но поскольку мы обусловленные дживы, нам киртан нужен постоянный, регулярный. Что мы все равно забываем. Это тонкое тело забвения соприкасается с тамасом. Тамас покрывает. И он говорит так, тамас. Ну, киртан же каждый день. Я всегда успею. Я всегда успею. Один человек подумал, я ему сказали, его друзья, что-то тебя давно в храме не было. Ты так редко приходишь в храм. Говорит, я помню. Я всегда помню об этом. Я буду приходить в храм. Нужно только вот бизнес свой наладить. Понимаете, у меня бизнес. Серьезное дело. И вот как раз сейчас нужно только много работы. Как раз нужно сейчас поработать. Поэтому как только я налажу бизнес, я буду ходить в храм. Сказал он так и умер на следующий день. Печальная история. Так тоже бывает. Это называется тамас. То, что нужно делать сегодня, он откладывает на завтра, на долгие годы. Говорит, всегда успею. Духовная жизнь Кришны в моем сердце. Куда он уйдет вообще? А вот бизнес точно может уйти. И вот тут нужно разобраться, смысл, осмыслить. Зачем я живу? Ради бизнеса? Ради денег? Чтобы свою жизнь поставить в зависимость от денег или в зависимость от Кришны? Да, я хочу в зависимости от Кришны, но без денег жить тоже невозможно. Поэтому я должен заниматься и бизнесом. И Гуру Махарадж тоже говорит, что работать нужно. И Шастры говорят, тоже говорит, что нужно. Нужно. Вопрос сознания. Вы должны помнить, зачем это нужно. Почему это нужно и кому это нужно. Ничего может в жизни не меняться внешне. Сознание должно измениться. Не бизнес должен измениться. А сознание, мои желания должны остаться в сознании Кришны. Вот о чем речь идет. Вот что такое сознание Кришны. Это не так, что бросаю бизнес, это называется сознанием Кришны. Бросаю семью, это сознание Кришны. Это тоже не сознание Кришны. А что же такое сознание Кришны? А сознание Кришны, просто вы сознаете Кришну. Все. Больше ничего. Больше ничего не значит, Прабхупада говорит, это просто. Но вы думаете, о, это сложно. Нет, но если вы думаете, что деньги важнее в жизни, чем Кришна, это не сознание Кришны, поэтому, естественно, вы будете делать такой выбор. Но если вы думаете, что Кришна важнее, у вас и бизнес останется, и Кришна будет. А если вы думаете, что бизнес важнее, то Кришна и останется, только бизнес останется.
То есть ничего может не измениться в жизни, кроме сознания, кроме отвращения к чувственным наслаждениям. Вы видите, даже занимаясь бизнесом, занимаясь какой-то деятельностью, освобождается огромное количество времени в сознании Кришны. Оказывается, пространство огромное есть внутри меня, не занятое. Искусственно занятое. Надуманными мыслями какими-то, надуманными желаниями, надуманными планами. Огромное пространство сознания. 90 с лишним процентов. Порабощен ум. Порабощены чувства, привычки. Если от этого освободится сознание Кришны, вы будете, вы свободный человек, даже если вы ходите на работу. И карма еще остается. Вы уже чувствуете, что вы свободный человек, потому что вы зависите от Кришны, а не от кармы. Это называется Кришна-карма. Вся эта жизнь, вся наша карма становится уже одухотворенной. Вот Прабхупада говорит, вот это и есть сознание Кришны. А не то, что вы на внешнем уровне все устраиваете, называете это сознанием Кришны. Если даже мы приходим в храм, то это еще не означает, что мы в сознании Кришны. Значит, что мы верующие люди. Верующие люди все приходят в храм. Верующие люди боятся Бога. Но сознание Кришны – это пратьякша, о чем речь идет здесь. Я не тело. Я душа. Что это означает? Я не эти чувства телесные. Нет. Я любовь к Богу. Это тоже пратьякша. Это тоже эмоция. Это бхава. И в этом состоянии человек чувствует, что он здоров, силен. Может переживать боли, наслаждения в этом мире. Выдерживать испытания. Даже в момент смерти может помнить Бога, говорится. То есть такая сила этих чувств, что многие преданные заняты таким образом служением под контролем внутренней энергии, даже могут не замечать каких-то трудностей, хотя трудностей полно. Они могут даже не заметить, как вы прожили 90-е годы. 90-е годы – это был ад. Спросите преданных того времени, которые проповедовали, они говорят, самое лучшее время было в моей жизни. Был просто экстаз сплошной. Кто-то говорит, это было так страшно, когда рушился Советский Союз. Это было самое страшное время. Мы потеряли почву из-под ног. Потеряли веру в партию ЦК КПСС, на которую молились как на Бога. Потеряли веру в науку, стали верить. Все стало рушиться. Многие люди стали бандитами, кто бомжами, кто проститутками. Их стали миллионы быть такими людьми. Представьте, какое потрясение испытало общество. Как люди потеряли веру, как они упали, как они страдали. Страшная была картина. А преданные в это время проповедовали и летали на крыльях. Я помню это время. К нам даже целая мафия присоединилась. И говорят, не одна мафия присоединилась. Не только на моем опыте, другие преданные тоже говорили подобные вещи. Мы ездили в поездах с книгами туда-сюда, проповедовали, программу устраивали, иногда снимали, нам давали зал бесплатно, тогда все зал давали. На 500 человек приходило, скажем, 3 человека. Мы проводили программу на 3-3 человек, как правило, один или два становились преданными. Ну вот, вот так мы работали, просто работали. Просто было экстаз, нам не важно было, сколько пришло. Люди шли навстречу. В поезде, в плацкарте собирались, в каком-нибудь там купе, все преданные утром, мы читали Бхагаватам. Все люди высовывались, смотрели на нас, как на сумасшедших. Мы там вливались из пакетов водой холодной, пакет набирали воду в туалете. Ну, помовение делали. Тилоки ставили, потом садились там. Самсару пели там тихонько. Люди там в шоке были все вообще. Потом читали Бхагават, начинали общаться, они приходили. А можно вопрос? Что время было страшное, рэкет пошел, там бандиты кругом, страх какой-то лютый. Поезда, расписания уже все выбились. Все, кажется, мир катится в ад, и неизвестно, что будет дальше. Назвали это перестройкой. И один мужчина так слушал. А вот у меня вопрос, и прям при всех в поезде. А что, если у меня нет денег, у меня есть семья, у меня с работы уволили, меня сократили, я не могу найти работу. Я подхожу вот к любому в киоске, кто там торгует, и говорю, ты мне должен, потому что я должен тоже жить. А у тебя тут куча денег, а у меня ничего нет, ты мне должен деньги. Ну, то есть рэкетер. Ну вот человек, а что, он не знает, как выжить. И он спрашивает прямо открыто в поезде об этом. И проститутки приходили то же самое, говорили, мы там принимаем клиентов и старых, и молодых, и то, что нам делать?
Люди не знали, как жить вообще, потому что они были зависимы от денег. Их сознание было таким. А у нас был Кришна. Нам давали бесплатные залы. Мы в то время ездили, летали в Индию постоянно, в каждый год. Откуда все это было? Преданные не работали преданные. Потому что у нас была другая цель, другое сознание было. А условия были абсолютно те же самые. И для нас был рай проповеди. Для людей был ад, выживание. Он говорит, это грех, что я делаю, или нет? Я говорю, грех. Это грех, говорю. А ну как жить тогда, как, скажи мне? Я говорю, повторяй Хари Кришна. Говорит, ну как это поможет Хари Кришна повторять? Говорю, сознание изменится. Ну вот люди вот по-всякому, знаете, брали книги, давай, попробуй разобраться, дай мне эту книгу. Сколько книг ушло тогда, я не знаю, это миллионы книг ушло в 90-е годы. Никто не мог помочь, никто. И люди чувствовали, в этом что-то есть. Эти люди на самом деле не зависят. Они живут чистой жизнью, продолжают жить чистой жизнью на фоне вот этого ужаса. Был такой пример. Сейчас перестройка закончилась. И установились истины. Нужно быть богатым, успешным, в хорошей квартире жить и прочее, прочее. Может быть, если вы так думаете, ваше тонкое тело обусловлено. Если это смысл вашей жизни, это беда. Это не отрицает хорошие квартиры, поймите, о чем речь идет. Не отрицает хорошие машины. Возможно, это необходимость для большинства из нас, тоже иметь хорошие машины, хорошие квартиры, чтобы по-другому сейчас невозможно перемещаться. И нам нужна тоже хорошая машина, чтобы в пробках сидеть не в плохой машине по 5 часов или 4 часа. Чтобы там тоже был комфорт, так сказать, отвратительный, но как выжить? Чтобы сохранить здоровье хотя бы свое. И мы знаем, что в городах уже эти загазованные, эти вот нездоровые обстоятельства, вода плохая, мы чувствуем, что пора уже на природу, туда, где реки, озера, где можно, земля какая-то чистая еще сохранилась. Мы должны зависеть от чистоты, а не от скверны. И скверна это прямо в уме находится, в тонком теле. Вот оттуда нужно выбросить всю эту дрянь. А потом постепенно мы очистим окружающий мир, говорится. Это все оттуда исходит, из сознания человека. Потом Прабхупада говорит, сознание Кришны спасет мир. Другого пути не будет, как очистить сознание человеческое. С экологией вы не справитесь, пока не очистите ум и привычки, желания человека. Пока они хотят наслаждаться этими материальными вещами, бесконечно будут эти бесконечные производства. Будут загрязнения, будут выплавка металла бесполезная, будут болты и гайки, будут снова механизмы, будут химия. Это будет, потому что люди хотят этого. Их желания сквернены. Вот в чем проблема. И люди хотят, а кто-то говорит, это здорово, потому что так мы прогрессируем, мы так становимся богатыми. Мы производим, а не потребляют. Мы производим, а потребляют. И так есть экономика. Но это нездоровая экономика, она счастья не приносит. Люди забыли об этом. В забвении невежество находится. Если им напомнить, они немножко так очнутся, говорят, да, точно, тут есть недостатки, да, много нечистоты, но другого, но другой жизни нет. Просто я построю тут дачу где-нибудь неподалеку от Москвы, и там будет чисто, иногда буду отдышиваться, приезжать туда. Вот так они пытаются устроить свою жизнь, приспособиться просто к этим обстоятельствам. Как говорил Иисус Христос, на старую одежду пришивать, то есть новые заплаты. Ничего не меняется, по сути, но какие-то меры локальные они принимают, чтобы что-то улучшить. Много медикаментов стало, их бесчисленное множество, в них нет необходимости. Это те самые новые заплаты на старые одежды, на старое больное тело, чтобы как-то симптомы отрегулировать и думать, что ты здоровый. Просто думать, но здоровья нет, ты несчастлив. Здоровье – это счастье в уме. Если о здоровье говорить, душа здорова по определению. Но если тело говорит, то тонкое тело должно быть здорово. Грубое тело, оно никогда не может быть здоровым. Тонкое тело должно быть здоровым. Грубое тело – это мешок с костями. Что мы скажем о здоровье грубого тела? Функции работают, потому что работает тонкое тело. А там душа, поэтому оно живет. Это просто набор химических веществ. Оживляет его тонкое и грубое, тонкое и тело, и душа, естественно, источник жизни. Поэтому, если мы имеем духовное сознание и умственное здоровье, мы счастливы. Счастливы, если даже тело может быть повреждено, простужено. Тело всегда испытывает какие-то сложности, соприкасаясь с окружающей средой, с окружающими людьми и с какими-то переживаниями внутри.
Физическое тело всегда, как бы, это оболочка, она всегда будет реагировать на все эти вещи. Но тонкое тело должно быть стабильно счастливо. Не зависеть от двойственности, говорится. Это сознание Кришны, там большая сила внутренняя. Счастье сильнее страданий в этом случае. То есть добро сильнее зла, говорится. На нашем опыте говорится, нет, зло все еще имеет власть надо мной. Я страдаю сильно, если я испытываю какую-то двойственность. Мне страшно, потому что я слаб. Духовно слаб. Как удачно выйти замуж, чтобы не прогадать? Где гарантия? А вдруг потом он меня бросит или что-то еще будет? Или я разочаруюсь? А это потому, что мы любить не умеем. Отсюда все сомнения. Вот такие мы слабые люди. Мы не можем даже одну жизнь посвятить хорошим вещам, вытерпеть не можем. Мы все хотим сразу бросить и начать заново. Бросить и начать заново. Сколько этих свалок мусорных, посмотрите, среди людей, среди вещей. Все бросают и начинают заново. Бросают и начинают заново. У моей матери была такая коробка у бабушки, там были разные пуговицы, их там были сотни. Если какая-то пуговица отрывается, пришивают. Дырочка на брюках, что-то еще. Залатают хорошо. Валенки протерлись. Отец раз, там что-то, капрон берет, там что-то еще, войлок. Заделывает, как новые, пожалуйста. А сейчас мода. Чуть что, выбросил. Нью. Это ложная гордость вообще. Это сознание зависимости от вещей. Отвратительно, говорится. Это настолько отвратительно. Но когда человек бережно относится ко всему, он бережно относится к человеку, к тому, кто использует это, живет здесь, в этой квартире, в этих вещах, в этом доме. И везде этот дух заботы, рукоделие, а не просто эти штампы, печати и на продажу это все никому не нужно, все это нужно в аду сжечь. Там нет любви. Это не наша пища вообще. Там нет бхакти, там нет ни жизни вообще. Пластик, штампуют, все кругом этом, все в пластике. Прогресс цивилизации. Это оскверненное тонкое тело. Кришна в самом начале Бхагавадгиты объясняет. Величайший из всех ачарьев Кришна на самом начале Бхагавадгиты объяснил. Дихинасмин ята дихе камарам йованам джара. Татадихантара праптир тирастатрана мухити. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши. Попытаемся глубже разобраться в этом. Тело ребенка – то, что мы видим экспериментальным путем. А теперь вспомните, что вы делали в теле ребенка. И что вы делаете в этом теле. Вы видите разницу большую. Все, что вы делали в теле ребенка, обнулилось полностью. Нет больше этого тела. И нет больше этой деятельности, нет этих мыслей, нет этих желаний. Полностью все ушло. Потом в тело юноши мы переживали там свои обиды, свою дружбу, свою влюбленность, свои розовые мечты. Где это тело? Ни тела, ни мыслей. Ничего не осталось. Нету. А жизнь продолжается, смотрите. Конца нет. Просто в другом теле находитесь. И думаете, вот я сейчас в этом теле, я все знаю. Подождите немножко, оно сменится. И все обнулится. Все, что вы знали, все обнулится. Даже в сознании Кришны. Если вы это знаете на уровне тонкого тела, сознание Кришны, вы забудете все это. Все обнулится. Необходимо осознать духовно это, своей сутью, сердцем. Тогда вы увидите, что я не тело, ничего не меняется в моей жизни с годами, а только углубляется то, что у меня было всегда. Я есть душа, я слуга Бога. Здесь говорится, дехина сменит адихе, тело будет меняться, но вы-то в этом теле остаетесь неизменны, просто вы не знаете, кто вы. Вот поэтому мы сбиваемся с толку. Все проходит бесследно. Ничего нет в результате. А ведь я жил, это моя жизнь. А где она? Ее нет. Просто нет. Я еще жив, а жизни уже нет, смотрите.
Ее и не было, оказывается. Это была просто перемена тела. Перемена мыслей, перемена желаний. Все. Солнце так и не видно. Тучи, тучи, облака, туман. Все меняется, а солнце так и не увидели. Причины это так и не поняли. Это стих из Бхагавад-гиты Кришна дает. И точно так же затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Переход мы должны тоже прочувствовать. Переход подобен сну, Прабхупада говорит, или глубокому забвению. Эта жизнь сейчас так ценна, так дорога для нас, самое дорогое, что у нас это наша жизнь. Оставив это тело, мы забудем про это все полностью. Обнуляется все. Все в этом мире имеет такой переход. Начало и конец. И никогда больше не вернется. Обнуляется, как будто ничего и не было. Есть пример из Вед. Берег океана, эти волны океанские. Если мы были в Пури, красиво. Там всегда бушует океан. Когда бьет волна, довольно весомая волна, красивая волна, она ударяется. И пена. Все становится ослепительно белым, вы как будто в молочный океан попадаете. В другое измерение. И радость, все ликуют, все кричат в этот момент. Это восторг такой, знаете, этот запах пены, этот морской прибой, этот свежий воздух, прохлада. Несколько секунд всего. И пены нет. И опять вы серьезны? И смотрите по сторонам. И новая волна, вы думаете, а вот сейчас будет, смотрите, что. Поднимается. Новый приток вдохновения. Итак, вы ждете новую волну, новую волну, новую волну. Этот ослепительный свет, снова почувствуете эту свежесть, аромат особый какой-то. На несколько секунд снова уходит. Так это все чередуется. Снова, снова, и снова, и снова, и снова. Вы считали, сколько волн было? Вы все запомнили? Нет, просто ждете новую. Так же это жизнь. Очередная волна. И уже сколько ушло, смотрите. Она уже рассеивается. И в какой-то момент ждете новую волну. Уже не важно, что там было. Вы были американцем, какая разница? Сейчас вы их терпеть не можете, потому что вы русские. Они вообще не волнуют. Если вы политик, точно вы не любите американцев. Но вы не политики, вы любите американцев. Я говорю просто о материальном существовании. Если вы враждовали с американцами и родились американцем, то теперь будете враждовать с русскими. Вот что происходит. Мы забываем, это становится неважно, все уходит, все обнуляется. И кажется, вот в этой жизни это последняя моя инстанция, тут я буду жить вечно. Это тонкое тело, вот оно, оскверненное тонкое тело. Душа, да, того, кто осознал свою духовную природу, такая перемена не смущает. Душа пребывает внутри тела и является его хозяином. Таков вывод, к которому должен прийти человек, познавший истинную природу души и тела. Душа никогда не смешивается с элементами, из которых состоит тело. Прабхупада говорит, тело ребенка ушло. Его нет, а конца не наступило, вы в теле юноши. Тело юноши тоже ушло, вы уже старый человек, конца не наступило, просто вы в теле старика находитесь. Ничего не кончается, видите, жизнь никогда не кончается. Отсюда заключается, было столько перемен. Означает, что когда тело умирает, этот тип тела я оставляю, я продолжаю существовать независимо от него. Это духовное сознание. Я и сейчас независимо от тела, просто думаю так. Придуманная жизнь. Хотя душа находится внутри тела. Она существует отдельно от него и всегда остается чистой. Человек должен изучить себя и таким образом постичь душу. Это и есть самоосознание. Нетти-нетти – это метод исследования, позволяющий обнаружить душу путем отвержения всего материального.
неприятно что-то. Не, это не душа. Тут понятно все. А если что-то приятное, вдруг это душа? Вот в чем мои сомнения. Неприятное отвергаю. Приятное хочу оставить при себе. Думаю, что это есть тот самый духовный путь. Многие люди, даже в сознании Кришны, долгое время думают, что духовная жизнь – это всегда что-то приятное, спонтанное. Если мне мантру трудно повторять, то и не надо ее повторять. Вот такой менталитет. Материальный. Приятное принимаю, это духовно. Неприятное – не духовно. Если денег куча у меня, значит, Бог доволен. А если что-то потерял, значит, Бог недоволен. Есть и такие точки зрения. Иногда Кришна вступает и в такие отношения тоже. Чтобы показать, что Он есть. Если кому-то нужно, то через материальную природу тоже может быть так. Бог дает, в Библии можно читать об этом. Бог дает вам царство, значит, Бог доволен. Бог отбирает царство, Бог недоволен. Если вы в рабство попадаете к египтянам, Бог недоволен. А потом посылает пророка, выводит из рабства, значит, Бог доволен. Вы как-то заслужили. То есть по материальным каким-то симптомам тоже некоторые люди так ориентируются, и Кришна может в таких отношениях находиться, но здесь в Бхагаватам говорится о другом. Наши потери и приобретения к Богу никакого отношения не имеют. Если мы привязаны к материи, тогда Бог может общаться с нами через привязанность. Но мы за это несем ответственность, а не Он. Что наша привязанность. Я привязан, я хочу. Он говорит, хорошо. Возьми. Теперь я страдаю, Боже. Хорошо, брось. Хочу теперь вот это. Ну, давай. Будь счастлив. Нет, я опять несчастлив. Ну, что ж ты так? Ну, давай начнем заново. Есть люди, которые так понимают Бога, тоже как-то общаются с Ним таким образом. По милости Кришны было уже 5 жен. А счастья так и нет. Преданный думает, нет, не нужно мне 5 жен, мне нужно счастье в сознании Кришны. Сразу же. Можно миновать этот процесс опыта, многожизненного опыта, многомиллионного опыта. Сразу обратиться к Кришне, но нужно заиметь желание, на самом деле желание. Как вот человек хочет жениться, он также должен захотеть Кришну. Как девушка сильно хочет выйти замуж, также должен захотеть Кришну. Подобно этому. И мы увидим, что в этом случае человек становится счастливый на самом деле. Это есть самопознание. Умело применяя такой метод, можно понять, где расположена душа. Тот же, кто не прошел соответствующего обучения, не способен отличить ни золото от камня, ни душу от тела. Вот такой комментарий Прабхупады. Какие будут вопросы по этой теме, пожалуйста. Хари Кришна Махарадж, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, что такое эфир с ведической точки зрения? И я так понял, мы с ним не взаимодействуем, так как это тоже грубое вещество, вот, но как оно проявляется, так сказать? Спасибо. Что такое эфир? Эфир – это космос. Там чего только нет. Все изначально в эфире находится. Эфир – это самый тонкий элемент из грубых элементов. Содержит в себе все остальные элементы. Практически он заполняет все. Мы называем это пространством и не мыслим существование вне этого элемента пространства. Все в пространстве располагается. И в определенной последовательности развивается. Пространство в духовном мире нет пространства. И времени. Нет таких элементов. Там не нужно преодолевать пространство. Там нет различия между малым и большим. Это абсолютный мир. Нет двойственности. Здесь есть маленькое, большое. Это пространственное понятие. И из этого пространства при помощи звука формируются другие элементы. Как бы они там есть, выделяются, так скажем.
как есть, мы говорим, сливки в молоке можно отделить, но их меньше, намного меньше. И также есть молоко в траве, которую корова ест. Каким-то образом есть она из травы, из этой субстанции получает и потом вырабатывает все необходимое. И молоко также. Одна из форм крови коровы, трансформированная в молоко. Но изначально субстанция трава. Если все свести дальше, то изначально субстанция свет. Свет солнца. Все из света солнца трансформируется, и вот мы видим природу, богатую природу. Это трансформация солнечных лучей. И эфира, и звука. Вначале было слово и так далее, эти вибрации. Свет — это тоже некоторая волна, уплотняясь, становится волной. Волна, уплотняясь, становится веществом. Вещество, распадаясь, снова уходит в свет. Разлагает, разложение называется. И так этот круговорот идет под влиянием сверхдуши, вечного двигателя. Эфир — это материальное место существования. Он связан непосредственно с умом и с воздухом. Граничит по плотности, так скажем. Он между умом и между воздухом по плотности. Его нельзя осязать, он не такой плотный. Нельзя понюхать, потрогать, но услышать звук в эфире мы можем. Так, пространство именно вот звуком ощущается. Расстояние мы по звуку определяем. Глаз сам себе не видит расстояние. Он видит просто объекты в пространстве, но само расстояние по звуку. Так говорится. И он граничит с умом, с тонким телом и связан с умом. Если вы закроете глаза или сон, вы увидите различные формы, воспоминания, комбинации. Это все происходит в эфире. Ум мы сам по себе не воспринимаем как форму или как звук. Нет, это в эфире все происходит. Ум, умонастроение, и иногда вы видите в эфире то, что должно произойти в будущем. В будущем сон такой видите. И через какое-то время сон сбывается, допустим. О, сны есть пророческие, вы видите. Оказывается, можно увидеть будущее во сне. Но вот это в эфире происходит. Чуть-чуть раньше. Чуть-чуть раньше, немножко по-другому, не так буквально это может быть. Некоторые сны могут быть буквальные пророческие, то есть разные есть варианты. Это все игры эфира. В эфире передается звук и тонкая форма. И мы не видим глазами это, не можем потрогать руками. Но форма зарождается именно в эфире. При помощи звука. Звук — это тонкая форма и есть как бы. Это все описано в Бхагаватам, эти вот все тонкие элементы, их очень трудно анализировать. Потому что очень сложно, там он бурлит эфир буквально. Если здесь тело физическое статичное, можем опереться на него, как на что-то реальное, то эфир – бурлящая такая субстанция. Если вы можете контролировать собственный ум, можете влиять на эфир и материализовать какие-то объекты даже. Йоги это делают. Но это в том случае, если вы можете управлять умом. А пока эфир властвует над умом. Материальные элементы тоже властвуют над умом. И чувства властвуют над умом. Он в полном порабощении находится. И весь занят этими объектами, осмыслением, ощущениями, желаниями, эмоциями и выбором постоянным. Он становится врагом души. Вовлекает душу вот всю эту кутерьму бесполезную, жизненную. Жизненная сила расходуется напрасно. Но если мы воспеваем Хари Кришна, это трансцендентный звук в эфире, чудо происходит. Вы вдруг видите, что больше нет в эфире никаких препятствий, просто счастье. Никаких лишних мыслей в разгар киртана нет вообще. Эфир очищается. Эфир полностью очищается. Если эфир очищается, очищается воздух, очищается вода, и все субстанции постепенно тоже очищаются. То есть мистика может произойти. Иногда это известно из истории, святые люди. Вот помните этот случай? Один святой христианин был в тюрьме. Ему приносили специально тухлую воду пить. Ну так, относились к нему. Читал молитву, и вода становилась свежей.
когда я пришел в сознание Кришны, нам принесли одну христианскую книжицу описания жизни одного верующего глубокого человека, монаха, который попал тоже в сталинские времена, был заточен в тюрьме. И их закрыли, за один эксцесс закрыли при 35-градусном морозе в камеру холодную, обитую железом. На смерть заточили, да? Описывает такую историю. И с молодым человеком, который не обладал верой никакой. Он пытался его защитить, он был новенький, который попал в эту тюрьму. В результате был эксцесс, их как зачинщиков бросили в этот карцер зимой. Он давно уже там всем надоел, этот верующий, его ненавидела охрана за эту веру. И, наконец, бросили туда с этим молодым человеком. А молодой человек стал плакать, он понял, что здесь они погибнут за ночь. Не смогут выжить при таком холоде. И он спросил его, что будем делать, отец. Сказал, не бойся, Алеша, будем молиться. Ложись, отдыхай. Подумал, он с ума сошел. Я тоже от страха с ума сошел. Как тут лечь-то? Это все покрыто инеем, все железо кругом. Он стал молиться, и вдруг этот Алеша почувствовал тепло, свет какой-то. Тепло, тепло, тепло. Он лег на это железо, и так они пролежали всю ночь, молились. На утро открывалась дверь, и кричали друг на друга эти охранники, зачем вы это сделали, сейчас проверка на днях, нам трупов не хватало еще. Когда открыли, увидели, что они теплые, здоровые, руку за пазуху, теплые. Чем согревались? Что у вас было? Молитвой. Фанатики, вон отсюда! Вот такую книгу я читал, помню, в начале сознания Кришны. Ну, то есть мы знаем из опыта святых, что молитва, вот этот звук трансцендентный, очень могущественный. У нас есть мантра. Мы начали практику, не будучи святыми. Это работает. Это хорошо работает. Нужно просто к этому очень серьезно отнестись. Все узнаете через мантру и про эфир, все раскроется со временем. Все, что хотите. Микрофон передайте, где микрофон? Пожалуйста. Микрофон передайте, пожалуйста. Спасибо большое за общение, вам хочу сказать. А где звук? Большое спасибо за общение, хотела сказать в первую очередь. Вот. Просто сегодня на лекции прозвучала фраза, что внешне ничего не нужно менять. Вот, нужно пить киртан. Вот. То есть, а вот в ситуации, когда происходят неблагоприятные вещи, ну, кажется, для сознания Кришны, так как еще на неофитнейшем уровне, вот, не фанатизм ли будет просто вот закрывать глаза и принимать просто. Этот момент нужно разъяснить. Я понимаю сейчас ваше беспокойство. Так кажется, что вообще ничего не нужно делать. Так, такое впечатление может быть случиться. Как один преданный начал повторять мантру 16 кругов. Ему преданные сказали в письме, повторяй 16 кругов. Нет, принимай холодный душ и повторяй 16 кругов. Помните эту историю? Я рассказывал. Он повторял 16 кругов под душем. Через месяц, два, три написал, что можно не под душем, очень холодно, 16 кругов под холодным душем. Здесь также я сказал, что ничего не нужно менять и думать, что ничего не нужно делать, значит, вообще в жизни. Мы имеем в виду, что жизнь обычно настроена на то, что он именно хочет менять свою жизнь. Вот это думать не нужно. Нужно просто продвигаться в духовной жизни. Жизнь сама будет меняться, и нужно принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное. В процессе она будет сама меняться. Но вам нужно будет просто принимать благоприятное в этих переменах, а неблагоприятное отвергать. Вот и все. Менять самому ничего не нужно. Жизнь сама будет меняться. Она не будет стоять на месте. И вы должны принимать благоприятное. Так, Рупа Госвами говорит, отвергать неблагоприятное. Это вот то, что вы должны будете делать. Видите, как можно понять лекцию? Ничего делать не нужно. Можно и так понять. Будьте внимательны, когда читаете книги Прабхупады. Не все преданные понимают Прабхупаду. Да, вопрос еще? У кого? Микрофон? У вас? Вот, смотрите. А, здесь микрофон. Гуру Махарадж, можно я тоже задам небольшой вопрос?
Вот вы сказали то, что мы сейчас осознаем тонким телом и что нужно осознавать духовно сердце. Могли бы вот поподробнее рассказать, как правильно, чтобы сердцем осознавать? Нужно общаться с преданными. Если мы хотим получить духовное настроение, обрести духовное настроение, мы должны служить духовному настроению у кого, тому, у кого оно есть. Так постепенно мы обретем духовное настроение тоже. Если это служение будет от сердца чистое, то есть бескорыстное, так происходит. Если служение из выгоды, то труднее будет обрести, но если на самом деле искренне, всегда так произойдет. То есть носитель знания — живое существо. Поймите, всегда какой-то живой человек должен быть. Не просто книга. И не просто мой ум, который анализирует постоянно что-то. Но нужно соприкасаться с преданными, общаться с преданными, служить преданным. Слушать преданным. Более продвинутых таков. Таково условие. Угу. Здесь, на этом ретрите, по вашей милости, раскрывается немножко могущество святого имени, и духовная практика переживает такой подъем. И очень хотелось спросить вас, а что нужно сделать, чтобы, когда мы вернемся в города, не обнулиться и не отступить ни на миллиметр? Ну, доживете до следующего ретрита или нет? Вот хотелось как-то подстраховаться бы до следующего ретрита. Не надо бояться, у вас есть святое имя. Если вы боитесь, значит, вы не рассчитываете на святое имя. Рассчитывайте на святое имя. У вас все есть необходимое, чтобы вы продолжали развиваться. Помните, все есть у вас, даже больше, чем в другие эпохи. Есть святое имя, это очень много. То есть вот эту веру поддерживайте и будьте привязаны к святому имени. Это главное. И как мы говорили в процессе семинаров, подальше от политики, подальше от критики. Это вас защитит надежно. Так и помните, только имя, только имя, только имя. В случае трудности где-то, только имя, только имя. Возвращайтесь к этой формуле. Да, вопросы где у нас? Интернет-вопрос. Скажите, пожалуйста. Кто-то уже говорил, где? Харе Кришна, скажите, пожалуйста, вот когда мы читаем Бхагавад-гиту, почти через страницу Шрила Прабхупада в комментариях пишет о том, что наша проблема в том, что мы хотим господствовать над материальной природой. Я вот общаюсь с преданным и пытаюсь понять, а внутри чувствую, что реализация этого не приходит. То есть теоретически я понимаю, что да, все хочется, чтобы было, как вот ты хочешь, чтобы кто-то поступал так, относились к тебе. Но внутри этого не происходит. Я опять читаю Бхагавад-гиту, я опять на это натыкаюсь, опять понимаю, я это не понимаю. Объясните, пожалуйста, вот что это такое? А что это за тамагуна? Что это такое? Вот господствовать над материальной природой, что это тамагуна, наша проблема. Да, это тамагуна, это там лень, тамаса такого, да, это гуна, невежество. Для господства и наслаждения человек совершает какие-то усилия в раджасе, и чтобы наслаждаться тамасом. Вот в гунах природы так жизнь протекает. И мы это с вами чувствуем, наблюдаем сейчас. Наблюдаем, как это происходит в моей жизни. Да? Вот. И нужно время постепенно, чтобы подняться в другую гуну, более высокую гуну. Она будет добавляться постепенно, потом еще, 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 еще. И в конце концов вы будете смотреть на страсть и невежество как на безличный автомат жизни. Безличный механизм, то есть без эмоций, протягшего уйдет как бы это. Вы будете чувствовать то же самое, что чувствуете, но вот это внутреннее протягшее переживание ослабнет, уйдет, потеряете смысл в этом всем. Это не будет вас тревожить, как и говорится в Бхагавад-гите, хотя события будут происходить какие-то. Но в гуне благости вы так сможете увидеть, но постепенный процесс, но потерпите чуть-чуть. Сейчас так, хорошо, уже видите, задаете вопрос, продолжайте практиковать. Да? Сейчас много людей смотрят трансляцию, более 200 человек, и тут, похоже, новые люди какие-то, они интересуются, очень много остаются, смотрят, но такой общий вопрос возникает, почему Кришна-то? Непонятно. Почему вот именно Кришна, Бог?
Кришна почему? А кто же знает, почему он Бог? Он и сам не знает, почему он Бог, боже мой. Есть три источника. Если мы говорим о таких как бы предметах, недоступных за пределами нашего опыта, есть три источника, на которые нужно опираться. Это Священное Писание, это гуру, цепь преемственности, и святые люди, садху, которые обретают это могущество и качество садху при помощи святых имен Кришны. То есть этот процесс работает. Если мы повторяем имена Кришны, процесс работает, мы приходим к Кришне. Но в Кришне означает «есть все». Если вы по-другому понимаете Бога кто-то, естественно, если вы не слышали о Кришне, будете как-то Бога по-другому понимать. Это тоже в Кришне есть. Если вы скажете не Кришна, скажем, а Христос, это то же самое. Если вы скажете, хорошо, Аллах, я думаю, Аллах, я слышал, что он Аллах, тоже правильно. Если перевести значение этих слов, все это есть в Боге. Аллах значит Бог богов. Христос — это греческий вариант слова Кришна, Криста, Кришта. Есть также Егова, есть Рама из Будда, Будха просветленный, Рама, дающий радость, Кришна всепривлекающий, вмещающий все прекрасное, обладающий всеми достояниями. То есть Бог один, но станет многим, стану многим, он говорит. У него много ипостасей, много проявлений, много граней, говорится, этого драгоценного камня, и каждая грань сверкает по-своему, он безграничный. Но он один при этом остается. И у него нет имени, говорится, в принципе. Его нельзя назвать каким-то одним именем, миллионы имен. Но если мы хотим именно любовь развить к Богу, вот эту вот близкую привязанность, повторяйте Кришна именно, потому что именно он форма любви. Это имя указывает на форму любви. Самую близкую форму любви. И источник всех других, как бы вот воплощение аватар. Хотя они от него не отличны. Видите, какая вещь происходит? Можете поклоняться не Кришне, скажите, не этому имени, а имени другому имени. Из 99 имен Аллаха можете поклоняться любому из этих имен или всем 99 именам. Вы также будете духовно продвигаться. Если будете следовать тем писаниям, которые вы знаете. Если вы не следуете никаким писаниям, будете вечно спрашивать, почему Бог, почему так, почему это всегда будут вопросы крутиться в голове циклично. Пока вы не начнете следовать шаг за шагом тому, что дается в Писаниях, которым вы читаете и следуете. Практика должна быть. Это вечный вопрос. Почему так? Почему так? А почему еще Бог есть? А я почему есть? А зачем? Вы ответите на вопрос. Но человек ничего не делает, пошел снова пиво пить. Через месяц придется, спросит то же самое, опять то же самое будет спрашивать. Он ничего не услышит абсолютно. Кришна в сердце находится живого существа. Найдите его там. Кришна означает всепривлекающий, всепрекрасный. Ну, как Парашарамуни говорит, кто такой Бхагаван Кришна? Это означает у него все богатства, абсолютные богатства, абсолютная сила, абсолютная красота, абсолютные знания, абсолютная слава, абсолютное отречение. Видите, все атрибуты его, все, что мы здесь ценим. Красота, сила, богатство, знания — это в безграничной степени называется Кришна. Всепривлекающий. Нет равных, нет никого выше. Кришна, значит, привлекает со всех точек зрения, всех привлекает. Вы скажете, ну я не знал о Кришне, как он меня привлекает. Ну вас привлекает богатство, вас привлекает красота, привлекает знание, это все Кришна. А я не знал, что это Кришна, вот видите, в чем дело. Я просто не знал об этом. Я много чего не знаю. Неужели вы думаете, что мы все знаем, закончив какое-то высшее учебное заведение или школу? Не думайте так, пожалуйста. Сейчас особое время, когда открывается имя Кришна, открыт до конца имя Бога, говорит Прабхупада. Это имя Бога открывает его до конца. Другие имена что-то тоже открывают о нем. И все они духовные, трансцендентные. Медитировать можно, это уже вопрос нашего выбора личного. На что вы будете медитировать, на какую его ипостась, так скажем. Иногда это зависит от культуры человека, что он выберет. От его материальных желаний. Если, скажем, вы не можете стать вегетарианцем, но выбирайте другую практику, где не так строго к этому относится, тогда лучше не Кришне поклоняться, а какой-то другой ипостаси, которая позволяет жить немножко по другим стандартам. Если вы не можете целибат хранить тоже, значит, что-то выбираете, то, что вы можете делать. Есть различные разделы писаний, различные правила предписания для разных людей. Важно прогрессировать, и в конце концов вы поймете сами, что Бог всепривлекающий.
Да, наше время истекло. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Шриман Чайтанья Чандрачаран Прабху Гуру Махараджа ки. Джай.